morning, I hope. Барбекю. Воскресное барбекю. Ну, сейчас еще больше будет. Это только начало. Так что прудик. А, жалко, против солнца нифига не видно. Да, ничего не видно. С той стороны. Так, так. Что в этом домике, это секрет. Никому не расскажу. Ну, впрочем, как и многое другое. Потому что дом за моей спиной. А что в этом домике, это секрет. Это ты шалунишка? Я шалунишка, да. Не мешай. Розочки. Идемте посмотрим, как там рыбы поживают. О, в тени немножко лучше видно. Главное, чтобы я не уронила свой телефон туда. Ну что, я вижу, что-то там плавает. Вон малышки. Давайте поближе. Ой, все не шикарные. Малышки плавают. Ой, вон там, где видно. Еще две. Ну прямо как в Таиланде, да, ребята? А это Англия. Красиво все. Растительность. Тут какой-то дядька с бокалом, с тетти. Палка специально для того, чтобы... Ну, в общем, для того, чтобы... Потому что есть хищные птицы, которые летают и охотятся. Хотя вот здесь водоросли есть, но все равно они охотятся и... О, вот побольше рыб. Охотятся на рыб. А вот здесь... А вот здесь... Сейчас я вам покажу. Это еда для птиц. Ну, это роза-плющ, которая... обовьет полностью дом, вот этот маленький. А здесь живут малыши, кстати. Так что у нас пополнение. Семейка такая хорошая. Красивые птички, я просто не знаю, как они называются. Ну, вот так. Секретный дом. Секретный, да. Ну, вот, ребята, хорошего всем настроения, не болейте. И, конечно, как всегда, будьте счастливы.